Итак, друзья мои, приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем наш плейлист «Диалоги на английском языке Intermediate». Я очень рад, что вам понравилась эта идея. Как вы знаете, мы разбирали, значит, в предыдущем уроке сам диалог насыщенный, мега полезнейшей лексикой. Это реально те фразы, которые вам нужны для уровня Intermediate и Upper Intermediate. Специально для вас собрал. А здесь же мы с вами разбираем упражнения. Кто думает, что вы просто какой-то диалог или текст вот прочтете и все, это недостаточно. Это недостаточно. Знаете, в комментариях спрашивали, а вот я понимаю, какой мой уровень. Да это только чтение, понимаете? Даже если что-то понимаете, только чтение. Самое главное, чтобы вы говорили на уровне Intermediate. Мы здесь с вами будем учиться. И также на нашем втором канале English Professional, который активно растет. И вас туда приглашают также. Видите, есть мега полезные видео. И наша задача с вами переводить предложения с русского на английском языке, используя те фразы и выражения, которые вы прошли в уроке, чтобы вы это все могли применить на практике. Значит, предложения будут достаточно простые, но насыщенные вот этими фразами, поэтому рекомендую вам еще раз также просмотреть тот урок. Значит, уроки у нас, диалоги на английском языке для уровня Intermediate. Итак, значит, продолжаем. Я хотел бы расширить свой словарный запас. Как вы скажете? Я хотел бы расширить свой словарный запас. I'd like расширить. Это будет I'd like to enlarge свой словарный запас, my vocabulary. Или также мы еще с вами второе слово проходили. I'd like to. Как еще можно сказать? To widen my vocabulary. Large. Большой. Enlarge. Увеличить. Wide. Широкий. Widen. Расширить. Или также еще я хотел бы обогатить свой словарный запас. I'd like to enrich my vocabulary. Вот если студенты не знают этих фраз, они часто говорят просто: я хочу сделать мой словарный запас больше. Как вы это скажете? I want, я хочу, сделать свой словарный запас, to make my vocabulary, делать свой словарный запас, to make my vocabulary больше, larger. Или просто, I want to know more words, я хочу знать больше слов. Но вот это просто очень естественные фразы, запоминайте их и отрабатывайте. Дальше, я хотел бы улучшить свой английский значительно. Я хотел бы улучшить, I'd like... Как будет улучшать? Это будет I'd like to improve. Улучшать свой английский. My English значительно будет, то есть очень сильно будет greatly. Есть еще слово значительно. Там связано considerably. Запоминайте, considerably. Это реально те фразы, слова, которые используются для уровня Intermediate, Upper Intermediate. Вы можете прочесть кучу текстов, диалогов, но там лексика, которая не употребляется. Понимаете, таких уроков очень много и текстов. Я для вас отбираю самое, вот что на есть, самое нужное. Considerably или significantly, значительно, significantly. Вот такие слова. I'd like to improve my English greatly, considerably, significantly. Далее, много было сказано. Много это будет a lot, было сказано, это страдательный залог, соответственно, passive voice во времени past simple, passive voice во времени past simple, соответственно, это получается was were плюс третья форма, a lot was said, и мало было сделано, and little было сделано, was done. And little was done. Далее. Какой выход из этой ситуации? Какой выход? What's это какой? Какой выход? What's the way out? Way out это выход из of этой ситуации. What's the way out of this situation? What's the way out of this situation? Далее. Я мог бы упомянуть это прямо сейчас. Я мог бы. Мог бы это I could упомянуть mention. I could mention it прямо сейчас, right now. Значит, и твои уроки стоит посмотреть. Также фраза из урока твои уроки, your lessons, как сказать, стоит посмотреть, are worth, и посмотреть будет watching.
глагол с singular формой. Your lessons are worth watching. Повторяем. I'd like to enlarge my vocabulary. I'd like to widen my vocabulary. I'd like to enrich my vocabulary. I want to make my vocabulary larger. I'd like to improve my English greatly. I'd like to improve my English considerably. I'd like to improve my English significantly. A lot was said and little was done. Passive voice past simple. What's the way out of this situation? I could mention it right now. Your lessons are worth watching. Далее, друзья мои. Значит, какие преимущества и недостатки изучения английского онлайн ты можешь назвать? Какие преимущества и недостатки? What advantages, преимущества и недостатки and disadvantages изучения of, кого чего, родительный падеж, of learning English online. Ты можешь назвать can you name, can you name. Далее. Ты согласен? Конечно. Do you agree? Конечно. Значит, вы знаете, там, конечно, это of course. Какие слова еще вы знаете? Опять же, уровень intermediate. Это не как, это смысл уровня intermediate, что вы знаете не одно какое-то простое слово. Вы знаете 10 каких-то сложных конструкций альтернативных. Вы это меняете, используете. Это ваш словарный запас. Это очень важно. So, degree, of course. Далее, certainly, конечно. Еще как можете сказать? Certainly. Далее, absolutely. Absolutely значит, конечно. Вот это слово запомните. Absolutely значит, yes, absolutely. Degree, of course. Certainly, absolutely. Далее. Значит, коротко говоря, это был громадный успех. Вот сказать, коротко говоря, там, соответственно, можно сказать to say it briefly. To say it briefly. Там, это был громадный успех. It was a huge success. Это был громадный успех. It was a huge success. Или еще можно слово. Давайте еще вам одно слово дам. Устойчивое выражение. Это collocation. Tremendous. Tremendous. Уже огромный успех. Tremendous success. Tremendous. It was a huge success. It was a tremendous success. Но, опять же, вам нужен, ваша речь нужно носить различными фразами. To say it briefly, it's okay, yeah, but it isn't enough. Это недостаточно. Какие еще другие фразы вы знаете? To say it briefly или еще? To say it shortly. Еще что вы можете сказать? Какие альтернативы еще можно сказать? Просто shortly, коротко говоря, или просто briefly. Briefly, да, то есть то же самое, просто briefly. It was a huge success. Коротко говоря, это был громадный успех. Или что, как вы еще можете сказать? Мы с нами это разбирали. Вот это очень хорошая, очень красивая фраза. Shortly speaking. Shortly speaking. Или же briefly speaking. Briefly speaking. Shortly speaking. Или же briefly speaking. It was a huge success. It was a tremendous success. Громадный успех. Итак, so, what advantages and disadvantages of learning English online can you name? Degree, of course, certainly, absolutely, to say it briefly, to say it shortly, shortly, briefly, shortly speaking, briefly speaking. It was a huge success. It was a tremendous success. Далее. Я знаю, это сложно, но я не буду сдаваться. Я не буду унывать. Я знаю, что это сложно. I know it's difficult. Но я не буду унывать. But. Я не буду. I won't. Краткая форма от will not. I won't give up, but I won't give up. I know it's difficult, but I won't give up.
Далее. Я не полностью удовлетворен качеством этого продукта. Я не полностью удовлетворен. Вспоминаем. I'm not fully satisfied качеством. Предлог после satisfied with. Качеством with the quality. Конкретным качеством этого продукта. Of this product. I'm not fully satisfied with the quality of this product. Значит, я пришел к следующему выводу. Я пришел. I have come. Мы с вами говорили, что очень часто, именно вот если в разговорной еще пришел и имеет связь с настоящим, мы используем время present perfect. I have come к следующему выводу to the following conclusion. Я пришел к следующему выводу. I have come to the following conclusion. Если когда-то там давно пришли к выводу, вы говорите I came. А если вот пришел к выводу, и это сейчас вот имеет связь с настоящим, то I have come to the following conclusion. Дальше. Я хотел бы заметить. Я хотел бы заметить. I'd like to point out. To point out. Что я чувствую по-другому. That I feel, как сказать, по-другому. Как сказать по-другому? I feel another way. Или еще как можно сказать по-другому? I feel another way. Или I feel differently. That I feel differently. That I feel differently. Далее. Насколько я понимаю. Фраза «насколько я понимаю». As far as I understand. Это так не работает. Это так не работает. It doesn't work so. Или как еще можно сказать? It doesn't work. Это не работает таким вот образом. It doesn't work this way. It doesn't work this way. Насколько я понимаю, это as far as I understand. А если вы хотите сказать, насколько я знаю, вы скажете as far as I know. Насколько я знаю, as far as I know, it doesn't work this way. Okay? Повторяем. I know it's difficult, but I won't give up. Give up, фразовый глагол, приглашаю в наш плейлист также по фразовым глаголам. For example, я знаю английский так же, как и он. I know English. Я знаю английский так же, как, давайте, носитель языка. As well as, так же как, as well as native speakers. As well as native speakers. Ну, не просто native speakers, а as well as как образованный носитель языка. I know English as well as educated, образованный, as well as educated native speakers. I know English as well as educated native speakers. А если так же, как и он, вы скажете as well as him. As well as him. Далее. Эта вещь знакома мне. Как вы скажете, эта вещь. This thing знакома мне. Is familiar. This thing is familiar to me. This thing is familiar to me. Эта вещь знакома мне. Так, повторяем. Well, it can take place. Well, it can happen. I need to overcome the language barrier. I need to break down the language barrier. There is no need to worry. What's your story of learning English? What's your learning English background? I know English as well as educated native speakers. I know English as well as him. This thing is familiar to me. Далее. Здесь есть связь с настоящим. Как вы скажете, здесь есть связь с настоящим. Здесь есть эта конструкция there is. Получается, there is a connection. Есть связь. So, there is a connection with the present. There is a connection with the present. Таким образом, это present perfect. So, it's present perfect. So, it's время present perfect. Ближайшее, прошедшее время. На самом деле, есть плейлист отличный по временам. Далее. Я не выношу это. Я не выношу это. То есть, мне не нравится это. I can't stand it.
Или еще синоним I can't, какой? I can't bear it. Или я просто я не навыношу, это будет I hate it. Вот эти фразы очень часто встречаются. I can't stand it, I can't bear it, I hate it. Далее, в действительности это верно. В действительности будет actually, это верно. Такая фраза that's true, actually that's true. В действительности это верно. Actually, that's true. Далее, у меня обширный опыт преподавания английского языка. У меня обширный опыт. I have. Опыт будет experience. Как сказать, обширный опыт. I have vast experience. I have vast experience преподавания английского языка. In teaching English. Все уровни, all levels. All levels. I have vast experience in teaching English. All levels. Там для всех уровней. Там можно for all levels. For all levels, для всех уровней, для всех нужд, for all needs, для всех целей, for all purposes, for all purposes. Далее. Значит, продолжаем. Так, давайте повторим пока. So, there is... Enумерация, да? So, there is a connection with the present, so it's present perfect. I can't stand it. I can't bear it. I hate it. Actually, that's true. I have vast experience in teaching English for all levels, needs and purposes. Далее. Значит, он превратился в очень успешного человека. Он превратился, he, как превращаться, это фразовый глагол, turn into. He turned into, в очень успешного, into a very successful man. He turned into a very successful man. Я не знаю точно, как решить эту задачу. Я не знаю точно. I don't know. Точно будет exactly. I don't know exactly, как решить. How to solve эту задачу, this task. Или решить эту проблему будет how to solve this problem. Я не буду отрицать это. I won't отрицать deny it. I won't deny it. Большинство людей не знают, как изучать английский эффективно. Большинство людей, most people, don't know, как изучать how to learn English, how to learn English эффективно, effectively. Далее. Я чувствовал себя так неуклюже. I felt so awkward. I felt so awkward. Далее. Чем больше практики, тем лучше. Конструкция какая? The more, да? The more English practice. The more English practice, or the more English... Чем больше практики английского языка, the more English practice, тем лучше. The better. The better. The more English practice, the better. Там, чем больше видео для разных уровней, тем лучше. The more videos. The more videos для разных уровней, for different levels, the better. The more videos for different levels, the better. Друзья мои, повторяем. He turned into a very successful man. I don't know exactly how to solve this task. I don't know exactly how to solve this problem. I won't deny it. Most people don't know how to learn English effectively.
I felt so awkward. The more English practice, the better. The more videos for different levels, the better. Далее. Друзья мои, видите, мы с вами так интенсивно двигаемся вперед. И мне очень радует, что действительно мы с вами изучаем реальные фразы, все отрабатываем, а не что вот просто в одно ухо влетает, в другое влетает. И я хотел бы поделиться моими знаниями с вами. Давайте с вами это скажем. Я хотел бы поделиться. Значит, получается, я хотел бы I'd like поделиться to share своими знаниями my knowledge с вами with you. I'd like to share my knowledge with you. Далее. Значит, мой уровень грамматики оставляет желать лучшего. So, my level, мой уровень, кого-чего, английской грамматики, of English grammar, оставляет желать лучшего. Мы с вами эту фразу проходили. Получается, leaves a lot to be desired. My level of English grammar leaves a lot to be desired. Next. Есть плюсы и минусы онлайн-образования. There are pluses and minuses онлайн-образования, of online education. Of online education. There are pluses and minuses of online education. Даже, друзья мои, я вам сейчас скажу очень полезную и нужную фразу, как раз для хорошего уровня in upper intermediate. Значит, есть еще плюсы и минусы. То есть, это понятно, plus and minuses, там advantages, disadvantages, есть за и против. Как сказать за и против? Вот такая фраза ходовая, pros and cons, запомните. There are pros and cons of online education. Далее. Значит, он стыдится своих ошибок. He is ashamed of his mistakes. Или можно сказать, he feels ashamed of his mistakes. Коротко говоря, я использовал различные техники. Коротко говоря, какая-то идиома. To cut a long story. Short, я использовал, то есть использовал не только давно, а по настоящее время, значит, present perfect, I've used различные different techniques. To cut a long story short, I've used different techniques. И, друзья мои, нам нужно с вами ставить четкие цели. We need to ставить, это будет to set, четкие цели, clear goals. Это вот такое выражение. Set clear goals. Ставить четкие цели. Повторяем. I'd like to share my knowledge with you. My level of English grammar leaves a lot to be desired. There are pluses and minuses of online education. Or, there are pros and cons of online education. He feels ashamed of his mistakes. To cut a long story short, I've used different techniques. We need to set clear goals. Друзья мои, я не забываю ваши просьбы. Мы, конечно, с вами двигаемся по нашему плейлисту. Это все понятно. На канале English, соответственно, Profession, на канале English Galaxy. Но вы просили повторения. Поэтому я с удовольствием для вас делаю повторения. Значит, ваша задача просто понять. Вот на слух все это понять. Значит, темп будет средний. I'd like to enlarge my vocabulary. I'd like to widen my vocabulary. I'd like to enrich my vocabulary. I want to make my vocabulary larger. I'd like to improve my English greatly, or considerably, or significantly. A lot was said and little was done. Passive voice, past simple. What's the way out of this situation? I could mention it right now. Your lessons are worth watching. What advantages and disadvantages of learning English online can you name?
Degree, of course, suddenly, absolutely. To say briefly, to say shortly, shortly, briefly, shortly speaking, briefly speaking, it was a huge success, or it was a tremendous success. I know it's difficult, but I won't give up. I'm not fully satisfied with the quality of this product. I have come to the following conclusion. I'd like to point out that I feel another way, or I'd like to point out that I feel differently. As far as I understand, it doesn't work this way, or as far as I know, it doesn't work this way. Or so. I'm at a loss, so is the second conditional. If I really knew it, my life would be different. To be honest, or to be frank, I learn English here every day. I'm absolutely sure that it will bear fruit. I feel the necessity to practice English more and more. You're absolutely right that I need to spot my strong and weak points. Well, it can take place. Well, it can happen. I need to overcome the language barrier, or I need to break down the language barrier. There is no need to worry. What's your story of learning English? What's your learning English background? I know English as well as educated native speakers, or I know English as well as him. The thing is familiar to me. There is a connection with the present, so it's present perfect. I can't stand it. I can't bear it. I hate it. Actually, that's true. I have vast experience in teaching English for all levels, needs, and purposes. He turned into a very successful man. I don't know exactly how to solve this task. I don't know exactly how to solve this problem. I won't deny it. Most people don't know how to learn English effectively. I felt so awkward. The more English practice, the better. The more videos for different levels, the better. I'd like to share my knowledge with you. My level of English grammar leaves a lot to be desired. Okay, so there are pluses and minuses of online education, or you can also say, you know, there are pros and cons of online education. It's a very nice phrase, indeed. Indeed means, in Russian, you know, в самом деле, indeed. It's a very nice phrase, indeed. Indeed. Okay, I will write it for you. Indeed. В самом деле, it's a very nice phrase, indeed. Okay, he is ashamed of his mistakes, or he feels ashamed of his mistakes. Well, to cut a long story short, I've used different techniques. We need to set clear goals. Okay, really, I think it's a good idea. Let's do it. Why not? Okay, thanks a lot for your support. See you. Bye.